Да, Арина, ну кто так рисует? Грязно, некрасиво, как первоклассница. Слышь, ты, Грамот, не хочешь сам порисовать? Не, не хочу. Ну все, тогда сиди молча. Хватит уже елозить на одном месте, у нас еще даже надпись не готова. Да успеем, не переживай. Куда успеем? У нас 5 минут осталось. Что это вы такое нарисовали? Валентина Ивановна подумает, что это она вообще уже. Слушай, Дима, тут все ясно, что сова это означает разум, умная, то есть. А, блин, ты нам мешаешь, иди отсюда. Что Дарина тебе плохо рисует? Что мы? Иди отсюда вообще. Достал. Подумаешь, какие обидчивые. Я вам просто сказал, что вы сразу удивляете? О, Паш, смотри. Смотришь так? Сейчас попробую. Давай. Да не смотри, смотри. Ладно. Не, у меня так не получится, это точно. Что, повернулись, отвернись, нити, мы занимаемся делом. Давай лучше рисовать. Ну ладно. Почему ничего не делать? Девочки, быстрее, звонок! Быстрее, надпись как? Можно написать? Да вон на доске есть надпись. Валентина Ивановна, мне так не нравится. Смотри, какой рисунок классный, на. Да стой, ровно вешай. И вот так вот, чтобы держать. Ровнее. Да нормально. Что ровнее, куда еще? Все, отлично, мне очень нравится. Да. Да вы у меня талантище, какие вы умнички. Большое спасибо, что так поздравили все. Садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас с вами, мы постараемся сделать короткие уроки, потому что праздники учителя, и мы небольшой праздничек в учительской устроим. А сейчас доставайте быстренько тетрадки, пройдемся по теме, которую мы уже учили, наверное, планета. Но, Валентина Ивановна, может быть, сегодня не будем проводить урок, чтобы мы вам настроение не испортили. Мы будем сидеть здесь тихо, а вы можете уже идти там в учительскую. Да, Валентина Ивановна, пожалуйста. Да, идите в учительскую, празднуйте. Мы тихонечко посидим и все. Конечно, я и согласна сейчас уйти, но нельзя так быстро, потому что еще учителя тоже на уроках. Давайте мы вкратце повторим, и все, я ухожу, а вы тихонечко себя ведете. Итак, кто назовет мне сколько планет? Ну, вроде бы 8 планет. Да, 8 планет. Молодцы, все правильно. 8. А почему не 9? Кто мне скажет? Так Бетон или Плутон. Короче, убрали. Убрали, да, Плутон, потому что на данный момент ее считают карликовой планетой. Ну, а теперь Димочка и Даринка, смотрю, ручки тянут. Назовете мне планеты? Земля! Юпитер! Сатурна! Нептун, Марс, Юпитер. Венера. Молодцы, еще Уран и Меркурий. Умнички. Ну а теперь давайте вспомним, для чего кольца Сатурна. Ну я как знаю, вроде бы они собирают мусор, который в космосе есть, и астероиды, всякие камни, которые прилетают на, ну, между планетами. Добрый день. Добрый день. Это вам, Валентина Ивановна, с праздником вас. Я вас очень сильно люблю, вы самый хороший учитель, и мы вас всех любим, правда? Да. Спасибо большое. Ребяточки, ну спасибо большое, я так люблю цветы. Вы такие у меня умнички. Как вазочку на руки ставить. Кстати, хотела вам рассказать за свою вазочку. Это вазочка, которую мне подарили первые детки, которых я учила. Это было очень давно. И я ее ценю, люблю, потому что она мне напоминает, сколько детей я выучила. А кто наберет водички? Я наберу. Да я наберу. Ладно. Да Влад, уступи девочке место. Ну ладно. Да ты летишь. Вы не представляете, сколько мне вообще дарили потом вазочек. Очень много. Тетя Валя, расскажите побольше, сколько вы детей уже выучили? Ой, да много уже. Уже даже не посчитать, сколько я классов я выпустила. Вот представляете, вазочек дарили много. Не знаю даже сколько, может 100. Но эта вазочка, она для меня особенная, потому что она была первая. Я ее ценю и берегу, и принесла специально в школу, чтобы Данилька случайно не разбил дома. Ого, круто! Капец, я представляю, сколько вам за всю жизнь подарили шоколада. Вот
Мариночка, действительно много и шоколадных конфет, и шампанского. Ой, я даже, честно сказать, в последнее время уже конфеты даже не ем. Ну, заходи, Илья. Да, вот, я уже набрала. Спасибо. Ой, цветы такие красивые. Спасибо, спасибо. Вы у меня умнички. Итак, за кольца Сатурна Анечка сказала правильно. Это космическая пыль, что там еще у нас собрано. Мелкие частицы льда, которые притягивают потом, да, и крутятся вокруг Сатурна. Оказывается, не только у Сатурна есть кольца, а еще они есть 4 планет. Сатурн, Уран, Нептун и Юпитер. Просто у других планет они поменьше, и мы их не видим. Ну, а теперь давайте вкратце, быстренько зарисуйте Сатурн. Валентина Ивановна, опять же, минуты уже давным-давно прошли. Вас, наверное, там уже ждут, вам уже, наверное, пора идти. А мы тут сами нарисуем. Да, мы тут сами нарисуем, сами будем тихонько сидеть. А вы идите, идите. Ой, ну да, да, тем более я знаю, что нам там принесли красивый торт. И, наверное, что-то другое. Ну, хорошо, берите. Валентина Ивановна, а можно вы к доске Сатурн нарисовать? Ну, конечно, нарисую. Так, ребята, у меня сегодня праздник. Аня, ты что, теперь наша училка? Ну да, я тоже как бы хочу, чтобы мне дали шоколад, вазочки, сервиз. Рисуем, рисуем. Что, вас ждать должна? Давайте, быстрее. Я уже вообще нарисовала. Я вижу, кто нарисовала. Долина, не порт настроение учителю. Ой-ой-ой, не порти настроение учительнице. Аня, ты что, злая училка? Я строгая учительница, Дмитрий. Давай зарисовывай, меньше разговоров. Аня, не заканчивай, все равно Валя на свою руку не придет. Я ответственный учитель. Значит так, кто мне сегодня расскажет про планету Сатурн? Там нет кислорода, и там не живут жучки. Ботан, ты задрался своими жучками. Правильно, Денис, кислорода там нет, а что там еще нет? Тебя нет, такого слова нет у меня. Тишина! Ошибаться может каждый, а ты, Павлуша, будешь себя так плохо вести, 2 получишь дневник, понятно? Аня, говори и не заговаривайся, и Пашу не трогай, поняла? Во-во, Аня, слышала, у меня есть подписка. Так, Валерия, я смотрю, ты слишком грамотная, давай говори, какое расстояние от Сатурна до Солнца? Аня, пешком ты точно не дойдешь. Ладно, прекращай, давайте лучше что-то поделаем. В смысле что-то поделаем? Уроки поделаем, давайте, домашнее задание на завтра делать. Секундочку. Дима, ты куда? Сюда. Анна, как вас там по отчеству? Дмитрий, не трогайте меня. Да вот, с днем учителя. Не надо дарить мне мои же цветы. Сядьте на место, пожалуйста. Аня, ты чего? Сядьте заканчивай. Сядьте на место, Дмитрий, или же вы принесете мне дневник, быстро. Училка, училка. Значит так, сейчас вы все принесете мне дневники на стол. А знаете почему? Потому что вы не учили. Ой, начинается, зазвездилась. А тебе ж только Сатурн разрешили нарисовать. Прикрой свой ротик, понятно? А ты дневник давай свой. Нет, ну это вообще уже капец. Блин, даже Валентина Ивановна осталась. На, возьми свой дневник. Значит, мой дневник, да? А вот... Доигралась, дурочка. Ну все, Анька, тебе капец. Это ж любимая ваза Валентины Ивановны. Ты понимаешь, что ты сделала? Да, я понимаю. Ну, давайте вы не будете говорить, что это я сделала. Ну, я... давайте скажем, это ветром просто ее снесло. Давай, пожалуйста, не говорите, что это я сделала. Анька, я скажу тебе одно. Тебе тетя Валя за эту вазу никогда не простит. Да она ее убьет. Господи, ребята, а кто знает, может, в каком-то магазине такая же самая продается или вообще... Нигде ты ее не купишь, ей 100 лет уже. Помогите мне, пожалуйста, ее склеить, но я не знаю, что делать. Помогите, пожалуйста. Помогите мне, пожалуйста, помогите. Да выделывалась. Теперь сиди иной. О, Анька, мне жвачка, можно жвачкой склеить. О, да, гениальная идея, ты как еще додумался? Нормальная идея, это жвачка. Жвачка, база. Да, Влад, какая здесь жвачка? Ты видишь, сколько здесь маленьких кусочков? Как ты их всех склеишь жвачкой? Ребят, может, у кого-то клей есть, я не знаю. Ага, конечно, клей. Мы как раз все в школу уносим клей. Ничего, у меня с собой клей есть. Я как раз собирался кроссовки заклеивать. Димочка, ты мой спаситель. Помоги мне, пожалуйста, эту вазу склеить. Давайте сфоткаем, соберем и вас пока оставим. Вы хотя бы букет с пола поднимите. Да потом. Ладно, могу вам. Господи, Аня, что бы ты делала без Димы? Ну, что бы делала? У нее же такая проблема. У нее же клей есть. Вот именно. Что вам? Могли бы молчать.
А почему-то я должна молчать. Ты, Анька, если бы нормально себя вела, этого бы всего не было. А теперь из-за тебя Валюха и нам двойки поставит. Согласна полностью с тобой. Учительница. Спасибо за поддержку, девочки. Всегда пожалуйста. Пошли к нам. Сначала самые большие. Так, это вот, это был самый большой. Ванночка, это была красивая. Жалко Валентину Ивановну. Нет, это возможно. Слушай, просто признайся Валентине Ивановне, что ты разбила вазу. Потому что вы сейчас пока будете собирать эту вазу, то вы себе руки порежете. И вообще не факт, что вы ее соберете. Вы видите эти маленькие кусочки? Все, не хотите помогать, заткнитесь, мы уже почти пол вазы склеили. Паш, иди сюда, я тебе что-то покажу. Лер, давай потом, это ж ваза моей тети, надо ее склеить. Аккуратно. Значит, Ане помогаем, да? Вот видишь, Лера, как он тебя любит. Дариночка, я твоего мнения не спрашивала. Паша, а с тобой мы поговорим после школы. Хорошо, Лер, поговорим. Ребята, мы решили вам сделать сегодня подарок и отпустить вас домой пораньше. Ой, класс! А где моя любимая вазочка? А я Анечке разбила. Валентина Ивановна, простите меня, пожалуйста, я случайно это сделала. Это чисто случайно получилось. Я не Валентина Ивановна, простите, пожалуйста, я не хотела. Честное слово, хотите, я вам такую же самую куплю. Валентина Ивановна, простите меня, пожалуйста, я не хотела. Веришь, вазочка? И завтра только домой пойдем. Пойдем домой. Нет, Лер, я Ане помогу. Хорошо. Спасибо. Наташ, иди отсюда.